Такие яйца у нас несут курочки, которые называются легбар-кремовые. Так нам продали и назвали такое. У них такие пышные круглые туловища. На голове красуется пышный такой поколок небольшого размера. Весит курки от 2,5 до 3 кг. Они склонны к жирности, поэтому им не нужно перекармливать. Мы в основном рацион, где там, вот вы видите, даем у нас кабачки, вот, всевозможные, и тыква. У нас есть траву, в основном даем. И вот они с петушком. Две наши хохлатки, я их называю. Вот они. Которые несут. И вот они две пошли. Небесно-голубые яйца. Петушок доминант возле них так и крутится. Возле этих курочек. А там доминантка курочка, легерны, хорсеки бегают. Но вот эти курочки, конечно, яйца несут. Красавицы. Вот они. Вот они. Две. Здравствуйте. Которые несете необычные яйца. А вот эти вот две курочки вот мы купили араукана, тоже несут. Если эти вот хохлаточки наши, как мы называем, пасхальные курки, несут небесно-голубые, а это две курочки мы купили еще. Араукана несут голубые яйца. Вот они молоденькие, окраска такая красивая у них. Тоже отличились Кутатьяна Грушкова из Калининграда, только на голове 50 ленточек. Мальчики, Елизавета Никишова, Анна Гребенщикова, Андрей Мария, Михаил Карасев, Владислав Жуков, Первый канал. Как наливать? Бальчик, конечно, не железный, иногда, конечно, соглашалась. А вот еще два царя. Ну, не знаю, мы еще думаем. Вот уж кто хайповал из чемпионата, так и всему. Каждый день мы совершаем миллион движений и должны быть готовы к самым неожиданным поворотам. Поэтому, когда боль в теле заставляет остановиться, примите Мотрин. Мотрин разработан специально от боли в теле и обладает двойным действием. Способствует уменьшению воспаления и снятию боли до 12 часов. Дни чемпионат мира. И не только с людьми. Путин Лира. Отличный защитник и вратарь. Хозяйка Юлия всегда на... И такое может снести яйцо курица. Маленькая, такое маленькое. Чем же отличаются вот эти небесно-голубые яйца от коричневых, белых и бежевых? Да абсолютно ничем. Я сейчас вот разобью яйца, вот небесно-голубые эти, и любое возьму, и посмотрим, чем же они могут отличаться. И сделаем глазунью. Глазунью мы будем готовить вот в таком контейнере. Вот буквально вот в таком микроволновке. Разбиваем яйцо. Видите, как оно тяжело. Скорлупа очень хорошая. Распределяем яйцо. Видите, белоснежная скорлупа. Вот смотрите, отличается белоснежное яйцо от обычного. Здесь небесного цвета и внутри скорлупа. Здесь желтенькая, такой бежевый цвет. Вот чем отличается скорлупа. Здесь тяжело раскололась и здесь тяжело раскололась. А сейчас будем пробовать на вкус. Приготовим и попробуем. Добавляем сюда в яйцо 1 чайную ложку воды. Ставим в микроволновку на мощность 700-750 ватт на 50 секунд. Потом дадим там постоять 10 секунд и готовить еще 20 секунд. Закрываем и ставим микроволновку. Приготовили мы глазунью. Сразу скажу, что в одно яйцо я добавила немножко соли. Что из него получилось, посмотрим. Ну вот, видите? Ближе поднесу. Это глазунья без соли, а это с солью. И что получилось? Соль просто разорвала нашу глазунью. А здесь получилось очень даже красиво. Глазунья получилась вот такая вот, как я и люблю.
Вот видите. Вот такое вот. Ну а здесь просто в вазоне. На вкус. Ничем не отличается абсолютно. Что небесно-голубое, что обычно коричневое. В глазуни получилось очень даже вкусно.